Какие три дороги вскоре у вас откроются в новом году? Ну, во-первых, какая-то дорога, связанная с деньгами, дорога любви и у кого-то возвращение любимого мужчины с войны. Это причем как-то вот ближайшие... Так, давайте спросим, насколько скоро. Что-то связано с цифрой 6. 6 дней, 6 месяцев. У кого как. 6 числа, 6 вечера. Но время зимнее. Время зимнее. Так, и вышло. Ну да, то есть вот эта ситуация, которая долго тянулась, она заканчивается. Все приходит в баланс, мир. А может, правда, наконец у нас настанет мир? Все решится как-то полюбовно. И открывается у кого-то новая энергия. Новая энергия, новые начинания. Становитесь хозяйкой своей судьбы, хозяином своей судьбы. Берете как-то власть в свои руки. Ну, у кого-то война заканчивается, у меня тут началась война. Кузя аж запыхался, бежал сообщить нам прелестную новость. Кто-то из тайной женщины становится явной женщиной, то есть выходит из роли, там, не знаю, подруги, любовницы, в статус жены. Вот такие дороги у кого-то открываются. Да, и вы празднуете свою победу, то есть это ваша победа. Скорее всего, кто-то воевал за свой статус императрицы, женщин, и вы его тоже, и вы его выиграете. Да, колесо фортуны поворачивается в вашу сторону, и вся ситуация поворачивается в вашу сторону. Вы сможете это сделать. У кого-то такие дороги открываются, дороги, да, к замужеству. У кого-то открываются дороги к новым возможностям финансовым. Да, вы начинали новый путь, и вот он сейчас дает свои плоды. Так, Кузьма со мной сидит. Да, Кузьма? Кузьма не воюет, а со мной сидит. Все. Кузьма, хороший кот. Лезь сюда, давай. Подождите секундочку. Рекламная пауза. Там Кузьма пришел. Вот такой красивый кот. Да. Начали новый путь. Партнерство. Вы долго делали какой-то выбор. Не могли определиться. И наконец-то вы определяетесь. Вы выбираете для себя. То есть, допустим, не могли. Кто-то долго не мог искать работу. Не мог найти. С финансами были проблемы. Вы наконец-то находите нужное, сделаете выбор, не могли долго сделать выбор, начинаете новый путь, и он благополучный. Высшая сила вам помогает в вашем пути. Такая дорога у кого-то открывается. Так, у кого-то возвращается мужчина из прошлого, тоже долго стоял на выборе. Ну, любит вас, понял, что любит вас. А что там было? Давайте спросим, что у него было. Нужно нам его возвращение вообще? Да, у вас, кстати, у кого-то совместные дети, совместный быт. Возможно, мужчина куда-то уходил. И вот тянет его, тянет к детям, тянет к жене. Кстати, у кого-то мужчина в зоне боевых действий. Вот. И он все равно будет спрашивать у вас еще один шанс. В общем, все поменять в этой жизни, всю ситуацию изменить. И... Он хочет к вам, то есть он будет проявлять к вам активность. Да, как ушел у кого-то, так и вернулся. Придет он с любовью, с чем придет? Ну, вы для него звезда, вы для него звездочка. Придет исполнять ваше желание. Вы его очень сильно тянете, вы для него страсть, солнышко у его, страсть. Вот. Вы его все, ну прям реальная страсть, зависимость от вас, и его тянет. Нашкодил он что-то там, ну в общем, ну придет. Сердечко кому-то разбил, долго в какой-то, кстати, кто-то стагнации был, ни сам, ни вам, ни другому не дам. Да, у кого-то в подвешенном состоянии долгая ситуация там была, у каждого свое. Вот он наконец-то туз пентаклей.
возвращается, плохо ему без вас. Вы для него шанс, вы для него удача, вы для него все в этой жизни. Ему плохо без вас. Плохо эмоционально, он без вас истощенный, его все не радует. И там, если кому-то уходил мужчина, да, то там все закончено, там все закрыто. Мужчина смотрит уже, как вернуться ему назад к своей королеве Пентакли, потому что именно с вами, знаете, у него все в этой жизни получается. И денежки, и ресурсы, и энергия, с вами все. Вы для него не только женщина такая, знаете, мечта, звезда, страсть, но вы для него и мудрая, рассудительная, с вами тепло, уютно, вот, вот. Можно сказать, как с мамой, да, там, ну, а чем плохо? Тоже хорошо, то есть, когда он приходит и чувствует дома, то есть, что его ждут, что здесь дом, уют, здесь стены защищают, да, то есть, конечно, его тянет, естественно. Вот он приходит с работы, а весь такой уставший, да, тут вот такая красавица, звездочка, ведьмочка такая, королевочка пентаклей. Еще и, ну, вы сами ресурсные. Вы сами ресурсные, в принципе. Вы и без мужчины вам. Вы вся такая энергичная. И деньги вы умеете зарабатывать, ну, в принципе. Поэтому вы особо как бы и не смотрите, и не рассчитываете. Придет, придет, не придет. Ну, ладно. Вот. Вы сама себе такая королева Пентакли. Вы умеете деньги зарабатывать. И все у вас в порядке. Вот. Кстати, если у кого-то мужчину уводили, то идет сильная обратка врага, да? Вот какие еще дороги открываются? Открывается то, что идет обратка врага, да. Кто предал, кто причинил боль? Вот если уводили мужчины, то вот, как говорится, назад тем женщинам, кто уводили, не позавидуешь, потому что судьба их наказывает одиночеством. Вот идет обратка, идет сильная обратка, идет одиночеством. Мужчина уходит, уходит, да, дороги, куда он уходит? Ну, уходит, потому что ему здесь плохо, ему здесь неуютно, тоскливо, одиноко. В общем, ну, плохо ему, он уходит. Вот. Он уходит там, где ему тепло, где ему светло, где его кормят, поят, холят, лелеют, и где он... Вот такой вот король жезлов, где он получает эту энергию, да, то есть идут всегда к той женщине, которая ресурсная, от которой можно получить энергию, правильно? А там это было как бы вот так, безресурсное все, все, и ситуация меняется, мужчина возвращается. То есть ловите у кого-то реально, то ли с войны, то ли с прошлого, да, то есть мужчина, либо уходил. То есть мужчина, допустим, это не всегда женщина, уходил в какую-то работу, ситуацию, да, то есть мужчина, может быть, бизнесмен, деньги зарабатывает, выбрал деньги когда-то, у кого-то так. У кого-то мужчина не обязательно уходил там к любовнице, все, да, там, или, то есть это может быть какая-то ситуация. Это выбирал там, я не знаю, бывают такие вот мужчины, как бы выбирают... Допустим, деньги, да, и вот любовь. У кого-то выбирал деньги, у кого-то выбирал работу, у кого-то выбирал там маму свою, да, ему там тепло, светло, хорошо было. Вот, и променял свою любовь, потому что здесь ответственность нужна была, да, то есть разные ситуации. Вот, ну, выбирает дом, там все разрушается, все равно он выбирает вас, выбирает любовь. Вот, тяжело без вас, у него глаза закрыты, он не знает, он сидит в стагнации, не знает, как себя дальше вести, у кого-то так, да. И этот процесс у кого-то долго так сопровождался. Чем он сопровождался? Долго вы этого ждали, трудности были, борьба была. Ну, наконец-то получаете известие от этого мужчины. И, то есть это как бы сила излишнего опасения, ничего он там не получил. Вот. А здесь как бы вот ну, такая долгожданная ситуация, и высшие силы вам помогают, мужчину возвращают, вам по судьбе, в принципе, по судьбе. Вот там что? Там по судьбе, да, судьбоносные все эти события, по судьбе идет. Да, кстати, у кого-то мужчина, вот я говорю, возвращается и прям вот делает предложение руки и сердца. Вот, вот. Все, хочет стать вашим мужем, кого-то реально, то есть
приходит судьбоносный процесс у кого-то возвращения домой, да, то все ловите свою ситуацию, вот, но мужчина возвращается, потому что он по судьбе кому-то делает предложение, кому-то дарит через подарки, заслуживает прощения, да, у кого-то мужчина бизнесмен был хладнокровный. Мужчина, кстати, эгоист и хладнокровный такой, в принципе, у кого-то, ну, похожий на бизнесмен, военный, врач, то есть они такие вот, безэмоциональные люди, да, то есть, ну, накладывает профессии, конечно, да, то есть, ну, мужчина при деньгах, ловите девушки, в принципе, ну, главное, при деньгах любит, пришел домой, да, там, и все, вот, шубку принес, к шубке все там, сумочку, туфельки, сапожки, все, ну, трудно ему все, начинает новая жизнь, он прошел уже через эти трудности, сомнения, долго сомневался, там, что-то колебался, трудно ему без вас, одиноко. Вы его судьбоносная. Вот. Вы его такая, ну, вы в засаде тоже такая себе королева мечей. Вот. Тоже не сильно сейчас распростертыми объятиями там встретите его. Вот. То есть, ну, как бы, это ему плохо, да, там. Вот. Вы какое-то время тоже были так в безэмоциональном состоянии, что... А потом вас все-таки вывело все это. Королевы мечей собрались такие, организовались, раны себе залечили, сами себя с любовью к себе исцелили. И вот оно, гармония, мир, труд, май. Результаты сразу получай. Вот. А мужчина был в ограничениях. В ограничениях ему плохо без вас. Он боролся там с собственными этими слезами, соплями. Вот. Ну, любит вас, любит. Вы для него семья. Вы для него все, ресурс, энергия. Вот. Ну, без вас плохо. Я не знаю, кто тут на самом деле прям приворожил мужчин. Все. Вот из этой подвешенной ситуации, у кого какие были, да, у всех разные три дороги были. Вот из этой подвешенной ситуации все, мир переворачивается, и ваша вот эта ресурсность, то, что вы извлекли уроки и сделали сами себя вот эту ресурсную королеву Пентакли, да, такая вот, все у вас есть, и денежки, и энергии, и сил, вы себя начали ценить. Что вас вот что помогло перевернуть эту ситуацию? Вы себя начали ценить, вы себя начали любить, да, баловать, все, вот все для себя любимый, да. И вот он результат. Все переворачивается, жизнь к лучшему меняется, да. Вот он ваш туз пентаклей, вот вы такая вот красавица с тузом пентаклей. Все, мир, гармония, счастье, свадьба, любовь. Вот, исцеление души, исцеляются все ваши раны. А почему? Потому что вы себя научились ценить и любить. Все, принимайте. Вот такие три дороги открываются. Ловите каждую свою дорогу. Но самый главный урок – ценить, любить себя, исцелить свою душу. И тогда мир, гармония, счастье, туз. Вот все пентакли, все сумеете, когда вы в ресурсности заработаете. Мужчины возвращаются, жизнь к лучшему меняется. Всем добра, любви, тепла. Пусть все дороги вас наполняются счастьем, любовью, удачей, красотой, молодости в придаче. Всем добра, пока-пока.